Новости. 450 ДТП произошло в Ставрополе за прошлый год. Из них в 23 случаях за рулем были студенты. В одной из таких аварий погибла женщина. Ее внучка прислала письмо сотрудникам ГИБДД с просьбой не допускать подобных несчастий. Студенты прочли мысли 12-летней девочки и ответили на вопрос инспекторов, что делать с водителями, для которых нарушать правила стало модно. Я бы взял, допустим, планку 20 нарушений за год. Если человек совершает 20 нарушений за год, он просто берет и пересдает на права. Никаких скучных лекций, долгих докладов и наставлений. Этот формат давно не работает. Здесь открытый разговор и споры о том, насколько это модно. Тонировка, громкая музыка, обрезанные пружины и, конечно, скорость. А затем сухие цифры, сколько жизней унесли эти модные веяния. Чтобы сохранить молодое поколение, нужно говорить с ними на одном языке и в одном пространстве, решили сотрудники ГАИ. С этого года в каждом подразделении ГИБДД есть своя соцсеть. И есть, значит, свои форумы, есть свои, значит, уже, значит, места встречи, аккаунты, подписчики. Я думаю, сейчас на вас увеличится, потому что мы там заводим разные рубрики. Сам тоже являюсь подписчиком активным, участвую в форумах. Есть 2 минуты. Вопросы безопасности мы обсуждаем на этих площадках. На открытый разговор со студентами приехали начальники ГАИ всех районов края. Они уже создали аккаунты своих подразделений и теперь переходят на новый формат общения с молодежью всех городов и сел Ставрополья. Мария Жирова и Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».